Всем привет! Завтра подтягивается моя бригада сюда, на Кипр. Приготовлю я им икру из баклажанов. Вот исходные ингредиенты. Ну и по ходу будем смотреть, как оно жарится, парится. Вот в такой вот бодейке. Самая глубокая, какая есть. Да, и вот такая вот икра получилась на выходе. Островатую сделал, но вкусно.